Эффективная организация выездных форм работы – главная тема заседания главы региона с врачами межрайонных центров. Начальник департамента здравоохранения Михаил Ратманов отчитался. Сформированы 64 врачебные бригады для выездов в село. 5 дней в неделю работает передвижной медицинский комплекс. С начала года специалистами осмотрено 4500 больных. Терапевты, врачи общей практики и специалисты регулярно выезжают в ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты на селе. При приеме осуществляется отбор пациентов для стационарного лечения. С начала года в регионе наметилась тенденция к снижению уровня смертности на 3%, то есть на 240 человек. С февраля по декабрь 2014 года запланировано 2119 выездов в районы. В феврале-июне выполнено 1036 выездов, 104% от утвержденного плана в том числе. Круглогодично по 5 дней в неделю работает передвижной мобильный медицинский комплекс. Всего в первом полугодии 2014 года осмотрено 4500 граждан.